Спасибо за все геройскому народу. Здравствуйте, дорогие ветераны! Наступающий у нас праздник, и вас также. Наступающий, живите в армии. Праздником. Это главный наш праздник. Дорогие родители и дорогие граждане, люди, бывшие в оккупации, я вас очень люблю и уважаю наш героический народ. Ветераны, хочу сказать вам большое спасибо за то, что мы живы, за то, что мы свободны, за то, что вы спасли нашу страну. Я хочу вам сказать огромное спасибо от себя, от имени моих родителей, от имени моих близких людей. Спасибо вам большое за то, что мы живем в такое мирное и чудное время. Спасибо за то, что вы воевали ради нас. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы сделали для нашей страны, для нашего будущего, для наших детей. Для нас спасибо вам огромное. Мы ценим это и пронесем это через всю нашу жизнь, передадим следующему поколению. Люди были молодые, с собой немножко угловатые, одели серые шинели и назвались уже солдаты. На фронте было, значит, горе хватило. Я женщин таких на руках бы носила. Мы люди послевоенного поколения, так как война все-таки прошлась по нашим родителям, мы хорошо все это помним. И поэтому мы вам желаем здоровья, счастья, благополучия и долгих-долгих лет жизни. Чтобы мы могли поздравить вас в этом году, в следующем, и поздравляли бы вас еще десятки и сотни лет. Спасибо большое за то, что дали